Всем привет, это проект «Тренировки с борцовским клубом». Я хочу сегодня вам представить Марата Балаева. Это один из спортсменов борцовского клуба и чемпион СССР по вольной борьбе среди юношей и юниоров. И мастер спорта СССР по вольной борьбе. И поделится опытом сегодня с нами. Всем привет. Сейчас мы рассмотрим сбивание в партер с одной ноги. Я сейчас продемонстрирую, какие есть сбивания, какие связки эти сбивания, а потом все объясню. Это приемы из вольной борьбы, они актуальны в ММА, и мало кто их применяет. В основном в две ноги проходят. Суть здесь в чем? Когда берем ногу, обычно давят вот сюда, вниз. Давят вниз, и нужно человеку дать упасть. Вся энергия использует силу соперника. Можно еще и задать движение его туда, вниз. То есть вы изначально начинаете делать вот этот прием. Он этого боится и начинает еще дальше давить, еще больше давить вниз. И вы просто даете ему упасть. Даете упасть, левой ногой задаете движение, уходите в сторону и плечом давите вниз, туда, куда он хочет упасть. То есть вы показываете движение наверх, потом уходите сюда и добавляете в конце плечом. Обычно все показывают, что просто в сторону уходит. Нужно еще задать движение, чтобы он шел вниз именно. Если же он не падает, чувствительный такой, не падает, вы раз дернули, два не падает, то подбиваете этой рукой эту руку или же просто выводите вот сюда и цепляете вот сюда. Чем плотнее это будет сделано, тем лучше. И чем вы плотнее к нему подойдете, тем лучше ему некуда деваться. И падать сюда, и желательно сразу сбоку зайти и вставить стол. Или же, если и это не проходит, вы пробуете сюда, он не падает. Вы опять-таки подбиваете эту руку и колесом его крутите в ту сторону, вот сюда. Опять-таки сразу старайтесь обойти гард. Я считаю, что одна из основных сбиваний в партер с одной ноги. Дальше мы на следующих уроках, там, если человек и отсюда не падает, можно более усложнить, вытаскивать ноги наверх. Там это уже в следующий раз разберем. Все, всем всего доброго.